Всем привет! С вами снова Ольга Сергеева и Кинотрафик. Сегодня я расскажу вам об интересном кино и сериалах. На этой неделе в смоленский прокат выходят фильмы «Хармс». Ивачев Хармс. Данил Иванович. Дебют режиссера-документалиста Ивана Болотникова о культовом писателе и поэте. «Джунгли». Приключенческий фильм с Дэниелом Рэдклиффом. Он единственный знал, где мы и куда движемся, и он бросил нас. Камень! Держись, Йоси! Кевин! Стильный британский детектив по Агате Кристи «Скрюченный домишко». Могущественный человек, отбрасывающий огромную скрюченную тень. В этом фильме прекрасный актерский состав. Вот что происходит, когда тот, кого ты больше всего любишь, как раз тот, кого ты больше всего ненавидишь. Громких блокбастеров не ожидается, но разнообразие жанров налицо. Перейдем к рубрике «Фильм недели». Интеллектуальный вечер в киноклубе «Трафик» порадует нас фильмом мировой знаменитости артхаусного литовского режиссера Шарунаса Бартаса «Евразиец». Самый зрительский фильм режиссера – настоящий приговор потерянному поколению, молодость которого пришлась на 90-е. Гена пытается завязать с криминальным прошлым. Ему не за что уцепиться в этом мире, без родины, без привязанностей. Единственная цель – это движение. Движение прочь. Мало кто знает, что этот фильм был снят в нашем городе. Унылый ноябрьский Смоленск 2008-го как нельзя лучше передает состояние души героя. Все время хочу жрать. А сейчас перейдем к сериалам. Сегодня я расскажу о новом итальянском многосерийном фильме «Субура». Трое парней. Мы добьемся громадных успехов. Студент, сын полицейского. Маркили Габриэль? Да. Избалованный сын главаря преступной группы и безбашенный сын цыганского барона становятся случайными свидетелями передозировки влиятельного служителя Ватикана. Действия молодых людей повлекут за собой череду опасных и фатальных событий. Они ни перед чем не остановятся. Напрашиваются параллели со знаменитым сериалом «Спрут». И не случайно. Ведь одним из режиссеров выступил Микеле Плачеда, бессмертный комиссар Катани. Ты в деле? А на этом у меня все. С вами была Ольга Сергеева, киноклуб «Трафик» и «Первый Смоленский». Смотрите хорошее кино и становитесь лучше. До следующей недели!